6 команд играет сегодня в турнире от Football Store. Подложили крышечку, чтобы было понятно. Стоп, надо ставить, не стать не думать. Камон, мистер джентльмен. Не песок, это вон там муравьи, термиты, и они грызут вот все деревянное. Так не поймешь, то ли курочка, то ли кошечка. Это верблюд, друзья. Верблюд с рисом. Он самый маленький, из всех его все называют. Месси! You hungry? Чуаничи, мы сейчас находимся вся в самом центре трущоб Катве, на таком прекрасном стадионе, и у нас турнир. Турнир совместно с нашими друзьями Football Store. И сегодня мы определим чемпиона Катве в турнире Football Store. Шесть команд играют сегодня в турнире от Football Store. Gomba, Titans, Team Nicholas, African Child, Nkwero и Chuvani. Just for now. No. Don't fix right here. Just here. We play 15 games and fix the results right here. And then 10 minutes, it's 2 hours and 30 minutes. For 15 games, 2 hours and 30 minutes. Is it okay? Okay, 10 minutes per game. Do we have referee? We have a referee. Who is the referee? This is referee. Beeps. Referee, подобнаглел немножко. Кусок. Are you hungry? I am. Вышли прогуляться за ворота, потому что проголодались. Мы идем посмотреть, какой стрит-фуд продается рядом с нашим домом. How much is it? Kanokaru outside. Yeah? 1,000. 1,000? You try? Yeah, I will. Let me try. No, I will... Ту. Берем, значит, на шпажке такие субпродукты, как их правильно назвать. А когда я позавчера приходил и спросил, почем здесь курица, мне сказали 15 тысяч. Но сегодня 5. Наверное, уже считают меня в какой-то степени за местного. Так не поймешь, то ли курочка, то ли кошечка. Сейчас верблюда будем кушать. Это верблюд, друзья. Верблюд с рисом. It's very amazing. It's so tasty. Это only one food, rice even. Это вот напомнило мне, я служил когда в армии в 2003 году, когда тушенка была настоящей армии России такого бренда. Вот какая-то такая, вот она вот прям в меру-меру соленая, нежная. Короче, это тушенка верблюда, кайф. Я даже вот что скажу. Раньше я говорил, что крокодил, которого я ел в Замбии, самое вкусное мясо, которое я когда-либо пробовал. Все, мне кажется, что верблюд сегодня немножко побил крокодила и вырывается на первое место. Мой топ-3 мяса, которое я когда-либо пробовал. Первое – это верблюд, второе – крокодил, третье я называть не буду, но думаю, что кто-то откуда-нибудь из Сеула меня бы понял, о чем я. Мы поели верблюда.
И такое ощущение, что мы съели его целиком. Перенесемся на 2.5 минуты жаркой Африки в хмурый и прекрасный Петербург. Я уже без своей роскошной и свободолюбивой бороды и, спойлер, живой и невредим. Стою на Литейном проспекте 57 и тут хочу познакомить тебя с моими друзьями из Football Store. Моя дружба с Football Store началась в 2018 году. Накануне переезда в Замбию я пришел сюда, чтобы запастись футбольным инвентарем на год вперед. Я искал мячи, которые выдержат игру на иссохшем, почти каменном поле. Кроме того, не все мячи можно сдувать. Внутри у большинства современных моделей стальной корт, а накачанный нельзя перевозить авиасообщениями. В общем, запрос был не банальный. Но Football Store нашли решение, и мячи, которые мы тогда выбрали, выдержали целых 2 года ежедневных матчей в изнуряющей Африке. В 2020-м я отправился на русский крайний север, чтобы поиграть в футбик на снегу. То есть в ровно противоположных условиях. Нужны мячи, которые не расколются на осколки при минус 30, но чтобы при этом и мы не переломали о них ноги. Опять задача не из простых. И опять Football Store на классе. Справились. Поэтому перед этой поездкой в Уганду я точно знал, куда идти. На Литейный 57. Мячи, манишки, бутсы, насосы и даже подарки для братишки Чикаго. Упаковался и полетел. А теперь полезная инфа для тебя. У магазина footballstore.ru день рождения. 10 лет лучшему экипировочному центру в России. В честь этого события ребята запустили распродажу со скидкой 60%. А по промокоду физрукджо ты сможешь получить дополнительную скидку на все товары. Промокод действует до 31 октября. Присоединяйся к празднику от Football Store. Очень надеюсь, что это знакомство будет полезным для тебя. Hey, come on, ref. Show some magic. Show some magic. Я же говорю, судьи тоже любят играть в футбол. Ah, you have nice socks. Joe, he was dancing. Yeah? He was dancing. Bro, this is the best game. This is the best team. Yeah? Yeah, if you get them. Okay. Две лучшие команды турнира это Титаны и Чувани. Titans and Чувани. Sorry. Подложили крышечку, чтобы было понятно. Проведу для вас экскурсию и рум-тур по тому месту, в котором я живу. Это реабилитационный центр для уличных детей. Задний двор, начнем с него. Это место, которое мы сейчас готовим под футбольную площадку. Оно не такое большое. Будем играть здесь и приглашать детей к нам в гости. Мы живем за забором, за колючим. Вот внутренний двор. Мячик обязательно должен присутствовать. Домашние животные, 2 кролика пока что, петух и курица пока что, Сантос. Он приходит для того, чтобы учить, это наш учитель. Привет, я Сантос. Так, здесь пацаны, которые живут в реп-центре, что-то посадили, и они ухаживают за растениями. Так, здесь душ и умывальник пацанов всякие. Летняя кухня. Пожалуйста. Вот они, невкусные бананы, которые я так и не смог поесть. Арахис. Здесь у нас хранится вся посуда. Ой. О, что-то жарко. Как в бане. Потому что у нас что-то варится. И, скорее всего, это фасоль опять. Уже не могу. Фасоль.
Пацаны здесь стираются. Я сейчас тоже буду. А это место, где я живу. Сегодня у нас живет в реп-центре 3 пацана. Остальные либо разбежались, либо их выгнали по разным причинам. Сетка малярийная только одна. Зато есть вот какой сабвуфер. Ну и вторая часть дома, где живем мы с Чикаго. О, наша кухня. У нас есть газ. Здесь есть суп куриный вчерашний с лапшой. Чувствую, что прокис уже. Здесь хранятся кое-какие продукты. Фасоль, рис. Здесь мы оставляем обувь. Холодильник вообще никогда не включается почему-то. У пацанов сейчас идет урок, я туда быстро загляну. И потом оттуда выйдем, чтобы им сильно не мешать. И моя комната. Да, да, вот такая вот у меня комната. Так, есть гитара, на ней нет струн. Есть шкафы. Я пока еще не разложился, но в другом выложил все мячи и футбольную атрибутику. Так, моя кровать, москитная сетка. Сегодня спал без нее, но мне потом Чикаго высказал, потому что дожди, должны быть комары уже, по идее. Но я пока еще их не вижу. Вот здесь же я завариваю кофе и сижу или лежу с компьютером для того, чтобы монтировать видео. Холодильник. С ключом, пожалуйста, можно закрыть все от всех. Но у меня и комната закрывается. Так, здесь я еще вообще ничего не трогал, здесь не мое. У меня есть отдельный санузел. Тоже все очень, как видно, не... Ну, сколько здесь? 3 звезды? Сколько звезд дадите? Душ не работает, но можно набирать в тазик. Поливаться. В эту раковину тоже, кстати, воду нельзя наливать, потому что сразу все оказывается на полу. Вот такие вот кучи. Это куча песка. Ну как песка? Это не песок, это вон там муравьи, термиты, и они грызут вот все деревянное. Деревянного здесь достаточно. И эту кучу мы когда убирали? Вчера мы убирали, ее здесь не было. И она каждый день в этом месте, потом еще вот в этом месте. И вот в этом месте образуется, вон еще одна там кучка есть. В общем, живность здесь термитная. Но я к этому привык еще в Замбии. Вот, ну и москитная сетка, которую я терпеть не могу. Потому что как в облаке пыли спишь. Где-то здесь был мой товарищ. Его зовут Олег. Ну, судя по всему, сейчас не дома. Но у него есть еще одно место обитания. Вон там. Он плетет паутины по моей комнате. Я его не трогаю, он не трогает меня. Огромный, страшный. Пацаны его боятся, мне с ним комфортно. Так и живу. Imagine how kids are tired. Those ones, they are not tired. Ah, come on. But how are they playing? Now they are... Yeah, it's okay. It's good. I mean, how are they touching it? Yeah. I mean... Oh. See? Yeah, can you pick it up? I can, man. Give it. No, don't, bro. У меня мусор упал, он мне не дает поднять, говорит, что это нормально. Дай мне поднять мой мусор. Mr. Gentleman, stop that stuff, Mr. Gentleman. Come on, Mr. Gentleman. You are Mr. You want to be Mr. Gentleman? I don't want you to be a bad guy. I'm not a bad guy, I'm just being real. Billie Eilish songs, it's about you, bad guy. You know? Bro, I'm being real. Give me. I mean, yeah, they will sweep. But I will take just mine. No, man. We go. We're no. In. Yes, bro. No, man. No, bro. Bro. Oh, sugar. Did it click? Click. No.
не кликнуло. Yeah, clicks from here. Yeah, but... Но отсюда-то она не снялась с кликом. Короче, clicked. Опять бросил. Подними, пожалуйста. Yo, man. No, man, I can't pick it, bro. Мы что, в армии, что ли? И не можем поднять. У нас финал, ребята. Финал. Самая большая игра. Так, друзья, ну у нас есть звезда. Он самый маленький. Из всех его все называют. Месси! Ну вот он наш Месси. Давайте посмотрим за его игрой. Есть ощущение, что мы переиграли уже в финале минут так 20, когда вся игра должна быть 14. Гол не засчитывает. Чистый гол не засчитывает, представляете? Уже красная карточка в финале была. И незасчитанный чистый гол. И добавленных 20 минут. Что происходит? А, рефери, что происходит? When the final whistle? When? А? The final whistle is when? Soon? Okay. За проигравшую команду играл паренек, Месси его зовут. И он отхватывал больше всех аплодисментов. И все просто были в восторге от его игры. Но его команда проиграла. Да, вот таким состоялся финал от Football Store. Здесь в Катве, в самом трущобном центре Кампалы. И сегодняшний победитель African Child. Yeah, keep yeah. Good game. Juventus.